Гонконгский Диснейленд вскоре значительно преобразится. Компания Disney инвестировала почти 500 миллионов долларов в реконструкцию и модернизацию прежнего парка. Согласно генеральному плану развития, в гонконгском Диснейленде появятся еще три новых площадки. Две площадки станут эксклюзивными для парка Walt Disney по всему миру. Третья будет единственной в азиатском регионе. Если мы не будем расширять парк, то, я думаю, естественно ожидать, что со временем парк станет менее привлекательным, так как в нем не будет новых аттракционов. Еще больше парк будет построен в Шанхае в 2014 году. Поэтому до этого времени гонконгское правительство надеется, что расширенный Диснейленд привлечет большой поток туристов. Если мы не будем расширять парк, то, думаю, весьма естественно ожидать, что привлекательность парка со временем спадет, так как в нем не будет новых аттракционов. По плану реконструкции в парке появится 30 новых аттракционов.